Я тебя увидела. Я с тобой пришла поболтать. Выйти. Проходи. Почему вы нам завидуете, Оля? Что такое происходит? Мы завидуем? Да, я слышала что-то по поводу войны. Там, подожди, типа, мы лучшие, мы самые, одни единственные, искренние. Что это такое происходит? Я во-первых, это не зависть. А что? На меня это не похоже. Никогда людям не завидовала, я, наоборот, рада, что у вас все хорошо. Но выглядит сейчас это именно так. Нет, выслушай меня. Хорошо, я тебя слушаю. У меня свои дела, свадьба, да, как бы любовь, морковь. Ну да. Вот. Я просто говорю, как вот можно полтора месяца быть вместе, и у вас так все хорошо? Да. Как у вас так получается? Ну вот, смотри, Оль, дело в том, что мне ты кажется... Ты спокойно вот, общайся, это что такая какая-то. Ну мне, я просто такое тут услышала, блин, там война, да вот это, я думаю, блин, ну неужели вас так задевает, то, что у нас все хорошо? У меня я война это, между вами не, я, может быть. Это я воспринимаю как зависть. Дарин, я тоже не хочу, воевать. Я Дарин, с тобой спокойно общаюсь. Ты чего? Слушай, у нас искренние чувства, а у вас непонятно, постоянные ругачки, и ты не хочешь видеть и слышать своего мужика. Вот и все. Я не понимаю, приходила? Что такая зависть, Оль. Мы нормально с тобой общались. Ругаешься ты, приходишь к конфликту, ругаешься ты. Я вообще слышу такое, там, чуть ли не войну вы там нам объявляете, все, нам нужно бояться, я не знаю, что делать. Кто тебе это что сказал? Кому я тут ходила не и говорила, что мне война? Мне это сказал, мне это сказали, Оль, передали. Я еще раз говорю, ругайся со своим молодым человеком. Все, у меня с моим молодым человеком все меня ничего не связывает. Вот, взаимно, Оль. Все, до свидания, добра тебе, любви. Я тоже не понимаю, пришла мой дом, иди все. Туда к себе домой. Ты меня тут не выгоняй. Я говорю, решу, выйди. Нет, я хочу сейчас постоять. Я говорю, выйди. Я хочу постоять. Ты что, ненормально? Ты что? Что ли? Я хочу постоять. Это что происходит? Я хочу постоять. Ты что, ненормально? Что? Ну-ка, приди в себя. Ты что? Приди в себя. Делаешь, я сама решу, приди в себя. Я сама решу, когда мне выйти. Успокойся. Меня отцепи. Игру, успокойся. Меня отцепи, я сама решу, когда мне выйти. Все, успокойся. Ты так заводишь, потому что реально... Что с тобой происходит? Если у меня все отлично, мне завидно. Вот именно, что даешь такую реакцию, что у тебя проблемы выше крыши. А когда мне выйти, решу я сама. У меня все отлично, я тебе говорю, мне не надо завидеть. Иди выдохни. Когда мне выйти, я решу сама, понятно? Ты реально сумасшедшая. Когда мне выйти, я решу сама. Ты пришла за конфликтом? Я не пришла за конфликтом, я пришла выяснить, что за война, Оля. Ты сейчас повела себя некрасиво. Все. Оль, повела себя некрасиво изначально ты, когда говоришь гадости за моей спиной. Я еще раз говорю, я не говорила гадости. Я с тобой общалась нормально. Я за правду. Я еще раз говорю, я не говорила про тебя ничего плохого. Я считала тебя нормальной, блин, девчонкой. Не наплевать, как ты считаешь. Я знаю, что правда на моей стороне. Все, правда на моей, Оль, стороне, потому что нефиг говорить за спиной. Ты балаболишь, ты преувеличиваешь. Они искренне, если они ругаются полтора месяца, значит, что-то у них не так. Не было слов неискренних? Не было. В смысле? Ты, блин, буквально вчера вообще, это я лично слышала, ты прям при коллективе говорила, мы лучшая и пара, что? Мы самые искренние пары. Ты и что? Что говоришь, что такого не я говорила? Про себя как говорю, не про тебя, ты а сейчас, про себя, сказала, про нас с Димой. Я говорю, про вашу пару, я такого не говорила. Ты у меня говорила, был то, что вопрос? Искренне только вы одни, и больше тут искренних пар нет. Что на Тете было?